Привет, привет, меня зовут Лилия Донскова. А ты что, не будешь уходить, что ли? Где ты? Мешаешь мне. Привет, привет, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас распаковка второго заказа по второму каталогу Oriflame. И сейчас идет только вторая неделя каталога, у меня прям цифра 2 сегодня в приоритете. Я очень бодренько поработала с каталогом и, не успев даже до конца еще разнести заказы с первого заказа, вам не кажется странным, как я разговариваю? Ну ладно, не об этом. Я уже получила сегодня заказ по второму каталогу. Все, я что-то заболталась. Миш, давай сначала. Привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка заказа, который я получила сегодня по каталогу номер 2 компании Oriflame. И это второй заказ, везде циферка 2. Я очень бодренько поработала с каталогом и собрала приличный заказ, здесь 163 балла. И первое, чем я буду хвалиться, это вот такая коробочка Beauty Box от Юлии Фетисовой. Я получила за то, что мой новичок разместила заказ более чем на 50 баллов, оплатила его. Я, соответственно, тоже сделала уже заказ, то есть сейчас идет такая акция. Если вы не были в курсе, напишите в чате, то есть в комментариях, что для вас это новость. Мне просто интересно, насколько наши консультанты информированы о всех новых акциях. Итак, что в этой коробочке? Она прям такая тяжеленькая, увесистая. Открываю, очень красиво оформлено, а внутри богатство. Я состав коробочки, конечно, уже предварительно знала, видела на сайте информацию. И у нас 3 бьюти-блогера собирали для нас коробочки. И на самом деле именно эту я и хотела, потому что в ее состав входит спортивная бутылочка. Обожаю такие бутылочки, особенно этот цвет, мне очень нравится. Удобный формат, она с ремешочком. Слушайте, любой из вас может получить beauty box. Абсолютно любой. Так, как она открывается? Сейчас посмотрю. Надо же разобраться, тут какая-то технология сверхсекретная. Я не могу открыть, представляете? Нажимаю на кнопочку. Боюсь сломать. Ну, как обычно, вот, поняла. Вот так. То есть здесь есть клапан, который держит. Я вот так его опускаю. И, ой-ой-ой, волшебство, я просто нажала на кнопочку, и бутылочка сама открылась. Так что я еще не совсем пропащий человек, могу даже разобраться в некоторых инновациях. Классная бутылочка, а так как я очень люблю летом ездить на велосипеде, то эта бутылочка мне будет очень-очень кстати, просто супер. Итак, следующий, здесь шампунь для волос с лимоном и крапивой. Кстати, этот шампунь больше подходит для жирных волос. И мой любимый гель для душа с отшелушивающими частичками клубника с лаймом. Это я сразу прям открою и начну пользоваться. Шикарный крем с алоэ. Тоже люблю этот крем. Вот шампунь я кому-нибудь или подарю, или клиентам предложу. А здесь открыточка от Юли Фетисовой. Как приятно. Привет, я собрала для тебя продукты. Мой любимый продукт – восстанавливающий крем Алоэ Вера. И здесь советы. Советы – очень хорошая открыточка. И много-много пробников на Вейдж Экологен. И они почему-то в золотистой все упаковке. Ого, слушайте, это прям какая-то специальная серия. И много-много пробничков. Чем удобно то, что я эти пробники дарю клиентам. И у меня пошла такая практика. Я стараюсь подарить клиентам актуальные продукты. Например, я недавно подарила клиентке пробник магнетиста аромат. И она мне говорит: слушай, ты мне такой пробник классный подарила, что это за аромат? Я говорю: я не помню. Она мне сфотографировала, прислала, и я посмотрела, в текущем каталоге он стоит 1600, то есть со скидкой. Я ей скидываю фотографию, она говорит: заказывай. То есть это человек, который обычно берет у меня там кремы, мыло, гель для душа, то есть такие маленькие заказы делает. И тут ей так понравился аромат, что она просто делает офигенный заказ, ну, на мой взгляд, что я просто очень рада. Поэтому я пробники дарю клиентам с удовольствием. Классный набор, я реально рада, очень рада, что получила такой классный подарочек. Вот, все складываю обратно. Супер! Спасибо компании за такую возможность, что они нас балуют вообще. И каждые 5 минут какие-то подарки. У меня в основном весь заказ сегодня из подарков.
Но будем постепенно смотреть, что здесь. Я заказала маски для клиентов. Это новая серия Essentials. Я взяла бальзам из этой серии, попробовала. Мне бальзам понравился. Я уже отзыв говорила о нем, мне бальзамчик понравился, я решила взять маски, потому что когда берешь их парные, получается такая цена выгодная, я их тоже на подарки для клиентов, потому что в заказы клиентам всегда вкладываю какие-то подарочки, ну, чтобы это было не скидкой однозначно, а какое-то поощрение и то, что человек будет пробовать, будет пользоваться и вспомнит меня не один раз и потом закажет. Я заказала два бальзама для волос. Это мой один из любимых бальзамов, но это кондиционер. Не знаю, почему я его называю бальзамом. Ну, понятно, что это второй этап, когда мы моем голову. Люблю этот бальзам, и у нас, в общем-то, вся семья им пользуется с удовольствием. А я посмотрела, запасы немножечко истончаются, поэтому думаю, надо брать. Взяла еще два геля с натуральными эфирными маслами. Кстати, это под заказ. Если бальзам себе, то это под заказ. Почему говорю взяла? Так, классные гели, я их всем рекламирую, выложила в сторис рекламу, оттуда отклик пришел. То есть используйте разные-разные возможности, как показать товар лицом. То есть делайте фото, выкладывайте, делайте больше сторис ВКонтакте, в Инстаграм, везде можно продвигать товар, люди отзываются на это с удовольствием. Взяла мыло, это себе, Essence. Мне нравится это мыло, я поэтому его взяла. Так, дальше. Помните про акцию «Эксклюзивная покупка»? Компания нам добавила несколько аксессуаров и комплимент. А так как я делала на несколько номеров, на маму, папу, мышку, кошку, кошка, я на тебя делала заказ, и подарки я забрать не успела, которые хотела, то я присмотрела себе кое-что из того, что компания добавила и забрала парфюмы. Поэтому у меня будет много-много парфюмов. Я взяла серьги с леопардами. Смотрите, какие они симпатичные. Я их прямо сейчас одену. Специально взяла масло чайного дерева, чтобы обработать вот эти вот специальные штучки, чтобы вставить сразу в ушки. И вы посмотрели в деле, как это работает. Так, обрабатываем. Я прям пальчиком. Так. Тут так. Люблю так аксессуары. И они достаточно милые. Когда я делала примерку, новую коллекцию, они мне, конечно, понравились, но заказывать за ту сумму, которая была в каталоге, мне как-то не очень хотелось. А сейчас увидеть, что они там, по-моему, 120 рублей получились или 160, думаю, ну это просто грех не взять, побаловать себя. Так вот прям пальчиком протерла. Чайное дерево, оно обеззараживает, поэтому я всегда так делаю. Я чайным деревом обрабатываю все новые серьги. Ну как? Мне кажется, они должны миленько смотреться и при этом акцентный такой аксессуар. То есть привлекает внимание. Ага, не показала, что приходит в таких мешочках, и также удобно будет хранить в этом мешочке. Так, тебя убираем. Здорово. Надеюсь, вам нравится. Так, что еще? О, какая прелесть. Помните, в прошлом каталоге была акция? Несколько дней всего шел с огромной скидкой набор «Королевский бархат». Я один набор заказала, потом думаю, что-то я не подумала, у мамы день рождения, надо ей взять в подарок, у Мишиной мамы. И заказала второй, но второй поставили в резерв. Так вот, представляете, резерв пришел. Это очень тоже классно, потому что набор по выгодной цене, а я хотела как раз немножечко как бы заменить. То есть я все время пользуюсь Novage. А сейчас я с удовольствием перейду пока на эту серию. Закончится, я опять вернусь к Novage. Во-первых, это отличная экономия. И, во-вторых, немножечко будет смена продукта для лица. Это тоже хороший вариант. Далее, масло чайного дерева. Заказала. Видите, флакончик уже практически пустой. И я их все время беру, чтобы были в запасе. Масло чайного дерева прекрасное, ранозаживляющее и антибактериальное средство. То есть оно это хороший антисептик и очень быстро заживляет все ранки. И если вот что-то происходит, например, на кухне что-то порезала, ожог небольшой, я просто сразу обрабатываю маслом и быстро-быстро заживаю все ранки. По акции с комплиментом я заказала
на номера, на разные номера. Два аромата взяла мужских. Be the Wild Legend. Если я неправильно прочитала, не ругайтесь, я не знакома с английским языком так хорошо, как хотелось бы, поэтому иногда ошибаюсь. Я заказала еще кое-что. Я успела заказать аромат Eclat Style, такой солидный аромат, это, представляете, все по 99 рублей аромата. И это еще не все, где-то должен быть... Ага, On the Edge... Классный супер аромат такой девичий. И для меня было удивлением, когда я стала выбирать последний аромат, как раз пятый, на 5 номеров у меня были заказы. Я стала нюхать пробники, думаю, я некоторые ароматы даже не помню, какой, как они пахнут, нравятся мне или нет. Для меня было таким открытием, то что этот аромат, я его дегустировала очень давно, и как-то я его отмела в сторону, говорю, не, это не мое. И представляете, я его стала дегустировать, тестировать, и обалдела, как он мне понравился, честное слово. Думаю, как это я могла пропустить Valère Forever, а он необыкновенный. Я не помню, какой у него состав, но для меня он пахнет, то есть нота сирени. Они настолько нежные, приятные, то что я ходила, и вот этот пробник, у меня, кстати, так долго пах от руки, что я его дегустировала целый день. Вот такой вот бутон розы, как открыто, рука в масле, не открывается. Кот, ты чего отвернулся? Вернись к нам. Я тебе коробочку подарю или целлофанчик. Повернись к нам. Некрасиво попкой лежать. Повернись. Ну что? Еще раз из флакона, теперь буду дегустацию делать. Ой, какое тонкое распыление. Слушайте, это просто весна-весна. А у нас на улице капель, солнце, птицы поют, почки набухли. И уже душа просто вот просит весны. И такое состояние просто уже как будто все пробуждается. Классный. Если вы еще не забрали свой комплимент, то торопитесь. Потому что ароматы потихоньку заканчиваются, ну, конечно, склады пополняются. Вот я себе взяла такой аромат побаловать. А мужские к 23 февраля, я думаю, разойдутся или кто-то их купит, или на подарки. Поэтому классно, мне очень понравилось. Еще один мешочек. Это уже становится понятно, что это акция, эксклюзивная покупка продолжается. И что я взяла еще? Мешочек точно такого же цвета. Значит, здесь что? Угадали? Кольцо! И кольцо. Красивое. Сейчас посмотрю. Даже на средний палец подходит. Классное. Прям идеально село на мой пальчик. У меня, по-моему, 17 размер этого пальчика. И оно прям как влитое. Ну, красиво же. Я не стала брать ожерелье, по-моему. А может быть, я его тоже взяла. Просто еще не дошло. Не помню. Но я думаю, уже будет слишком перегруз, так много голов леопарда, слишком много. Пусть будет цепочка обычная и такие вот колечко и немножечко на сережках эти мордочки леопарда. Красиво. Так, еще шампунь для волос. Тоже из этой же серии. Это у нас серия, которая разглаживает непослушные волосы. Отлично. И, кстати, у меня любимый восстанавливающий, это разглаживающий, но все равно... Под заказ матирующая тональная основа Giordani Gold. Кстати, на нее очень много плохих отзывов. Она действительно не такая вот прям, чтобы нанесли и вау. У кого-то забивает поры, у кого-то она не лежит, как хотелось бы. Но я к ней приспособилась влажным способом. Спасибо моим зрителям, кто писал в комментариях, что влажным способом она наносится классно. И действительно так и есть. Я просто мочу кисть и беру более... такое малое количество, ее и главное не переборщить. Нанести тонкий слой, дать ей впитаться, высохнуть, лечь, и она сразу такая становится пудрой, легкой, красивой. И поэтому вот она мне нравится. А одна клиентка у меня просто любит такие матирующие штуки, говорит, давай, хочу. Так, зубная паста под заказ для малыша. Далее. И еще один бальзам. Ого, бальзамов набрала. Я люблю запасы делать. Под заказ набор с клюквой. Клюква, здесь крем для рук, а здесь мыло. Этот набор у нас был к Новому году.
И очень полюбилась клиентке. Я ей только отнесла, она говорит, я же два просила. Я говорю, как два? Я, наверное, пропустила, что два, вот пришлось дозаказать. Далее, жидкое мыло, еще одно. Кстати, я себе взяла три штуки, уже один остался. Просто разбирают, я думаю, еще нужно взять. Дальше, заказали эквадорскую розу. Я дала свой понюхать, не пробовать, понюхать. Девушка говорит, слушай, как классно пахнет, давай. Я говорю, да, конечно, закажем, не проблема. Два набора заказали, голливудские. Что голливудские? Что-то связано с Голливудом. Страсти, мечты. Да, мечты голливудские. Мыло, мыло и гели для душа. Кстати, классный набор, так пахнет вкусно. Так, девушка одна заказала набор, кстати, тут одна клиентка заказала такой набор, сливовый Love It Up, Feel Good, обалденный аромат, но он не стойкий, у меня такой есть, про него рассказывала, он так вкусно пахнет, ну а гель, понятно, что он сногсшибательный, это уже как-то даже не обсуждается. Еще один набор, ой, сколько заказали, кстати, отнесла в одно место заказ. И вечером этого же дня мне скинули огромный заказ. Этот же коллектив, только, ну, кто-то еще посмотрел. Девчонки похвалили, что заказали. И понеслось. То есть практически весь заказ с одного места. И еще заказ Love Potion Secrets. Это заказала та же девушка, что и вот этот набор. То есть это вот в одни руки пойдет. Шикарный аромат. Вот я себе взяла тальк с сандалом. Хочу попробовать. Не знаю, мне так... У меня был цветочный, я его маме отдала. Она что-то говорит, ой, что-то у меня тальк кончится. Я ей отдала свой. Думаю, ну тальк-то мне все равно нужен, скоро лето. Так, еще одно маслице чайного дерева. Это мне. Все мне. Наборчик для рук, крем и почему-то мыло одно. А где еще один крем? Должно быть два крема. Что-то. Мне это не нравится, что один только крем. Так, это еще один набор бальзам и маска. Это под заказ. Я расхвалила свое, показала и сразу заказали. А еще одно мыло тоже заказали. Love and Care с миндалем. Вкуснятина. Классное мыло такое. Обожаю его. А под заказ тушь. Кстати, тушь. Многие спрашивают, как она. Мне нравится. Я ее брала. Два раза, мне кажется. Два или три. Когда надоела тушь 5 в одном, и как раз вышла вот эта новинка, я ее взяла. А у нее такая кисточка, как винтовая. В первые два дня вообще непонятно было, как ей красить, что происходит. А потом как-то раз рука поняла, как надо вести. Она делает очень длинные, красивые ресницы. Попробуйте. Необычная кисточка. Мне понравилась. У нее пушистая кисточка. Так, еще дезодорант под заказ мужской. Сейчас мужская продукция, в общем-то, все больше и больше становится популярной в преддверии праздников. И тоже одна клиентка заказала три кусочка мыла. Кстати, мыло сейчас идут по акции, и поэтому их тоже с удовольствием заказывают. Мед и молоко. Они так красиво сделаны. Вот именно в этом дизайне мне больше всего нравится такое мыло. Внутри как будто бы, сейчас попробую открыть вам, оно там запечатанное. Поэтому можно, если получится, аккуратненько. Ах, 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 ага. Там просто как леденец. Внутри такая сота. Видите, как в форме соты? Везде надписи Milk and Honey. Это просто красота. Такой аромат классный. Вот и все. Смотрите, какой огромный заказ. И еще будет заказ, я уверена, потому что люди еще смотрят каталоги. Я опять новым людям раздала каталог. Вот завтра пойду разносить заказы, собирать каталоги, снова их отдавать. То есть все это я делаю как-то, ну, между делом, быстро, легко, весело. И когда я даю каталог, у меня нет такого ожидания, что «Ой, закажите, главное, чтобы заказали». У меня нету в глазах вот этой вот жажды. Ну, пожалуйста, ну закажите, да, какого-то как попрошайничества. Нет, я раздаю каталоги всегда так классно, что это крутой каталог, это классная компания, сама пользуюсь там, ну просто с удовольствием. Поэтому у меня и заказы всегда. Вот, все рассказала. Столько эмоций, столько всего опять нового, и куча подарков. Особенно рада бьюти-боксу, конечно. То есть сейчас...
и новичкам новая классная акция, и для спонсоров приятные такие сюрпризы. Поэтому участвуйте в акциях, изучайте внимательно на сайте, чтобы точно понимать условия, как их нужно выполнить. И я вам всем желаю успехов и классного-классного каталога, который еще идет полным ходом. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Миш, идем. Иду. Конечно же, ты сказала, что нужно видео снимать. Ну ладно. Я забыла. Ничего страшного.